Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Алексей, и это продолжение кампании «Рассвета самураев» за клан Минамото, Юритоми Минамото, на ваших экранах, 4 уровня генерал. Атакуем мы провинцию Хитати своими полудохлыми войсками. 386 человек на 936 врага. Будем мы штурмовать, не будем мы осаждать. Я думаю, абсолютно это ни к чему. Страшно, но что делать? Ладно. Идем на штурм. Господи, у него что, уже твердыня отстроена? Как-то так показано, что вроде тут и овраги есть, вода, два моста. Если у него будут стены, это не очень хорошо. Так, у нас же, по-моему, есть пеший самурай, да? Я забыл посмотреть свои войска. Ну, черт с ним. Так, должны быть однозначно у нас здесь пешие самураи. Сражение Мито. 1183 год нашей эры. Сатеки Ясутома против Минамото Йоритома. Так, в дождь нет, в дождь мы не пойдем. Мы пойдем в засуху. Так, стен нету, но замок оврагами урежден. Да, у нас есть пеший самурай, это хорошо. Значит, раз есть пеший самурай, да, значит, давайте, наверное, мы вот отсюда мы пойдем. Я просто не хочу, допустим, идти здесь в воде. А он будет стоять и нас чем-нибудь там расстреливать теми же самыми ополченцами. Мы пойдем вот отсюда. Здесь довольно-таки далеко до замка. И спокойненько мы воду перейдем. Перейдем в воду. Да ё-мо, не нравится мне, как вы стоите тут. Значит, пешие самураи в авангард. Лучники чуть-чуть позади. Вспомогательные отряды Нагината. Мечники таким вот образом. Наш генерал просто шеренгой в центре будет тоже их стрелять. Ладно, все, поехали. Ух ты, ё-моё, ничего себе. Вот это номер. Давай-ка ты в замок убегай. Что ты здесь делаешь-то? Поставил он войско. Прям как знал, что я здесь стану. Засал и свалил. Идем мы здесь вот. Вот сюда. Ой, вот сюда вот. Вот. Да ё-моё. Так, тут как-то можно. Ага, вот через альт, да? Через альт. Через альт. Это будет от центра идти. Ну. Нет, хорош бегать, идите-ка пешком, блин, вы сейчас все силы потратите на перебежки. Вот, вот так вот. Своим развернутыми строем. Вспомогательные отряды с нагинатами. Вспомогательные войска с мечами. Да, конечно, у нас тут мичуганы такие, дай-дай, блин. Широкие мечи. Наверное, тогда в те года еще не знали, что такое катана, что ли, еще не понимаю. Ну-ка, а пеший самурай как выглядит? Пеший самурай. Ух ты, с бронькой тут на этих самых лучники. А, вот у них уже, смотрите, катаны, да. Катаны. Так, ну он ушел в замок, да, мы можем спокойненько сейчас. И спокойненько, приспокойненько перебраться через воду. Вот сюда вот. Ближе к замку. Ну и опять же пешком пойдем. Так, а это вспомогательные лучники, да, войска с луками. И легкая броня у них. Какие-то. Дома, видимо, жена отдала последние шмотки. По пояс в воде они идут. Вброд переходят. Ну и наш генерал. Ты генерал?
Где генерал идет? Ну, да, он единственный, кто отличается на белой лошади, это вот этот вот генерал даймё дома Минамото. Да, обидно, что, конечно, мы расторгли союз с нашим союзником. Союз с союзником, бред какой-то. Ну, в общем, с братом, давайте так скажем. Ой, вы что такое? Воодушевленный начальник рядом. А почему у вас чуть-чуть просела мораль? Непонятно. Потому что, наверное, мало войск в отряде. Вот. И тем самым это может очень сильно сказаться на дальнейшем. И, возможно, мы кампанию не сможем пройти из-за этого. Тяжело, как в гору поднимаются ребята. Так, ну а пешие самураи уже почти дошли. Что тут у нас есть? Где ваше ополчение с луками? Ополчение с луками, ополчение с луками. Впереди ополчение с нагинатами. У пешие самураев хорошая меткость. У вспомогательных отрядов меткость говно. Значит, заборы понятно. Вот интересно, если я, допустим, сейчас забегу здесь, поставлю отряд, и здесь отряд поставлю, к примеру, да, вот, вот так вот, и буду захватывать эту точку. Так, ладно, войска мои дошли, не хочет он идти опять вперед. Мы чуть-чуть вот отсюда давайте зайдем. Бегом, ну а вот эти ребята потихонечку начнут обходить. Это вот здесь вот, наверное. Ну, какие-то выходы непонятные. Не знаю, вообще пробегать нельзя эти заборы. Они тут такие условные заборчики. Чистокол какой-то. Есть только вот такие вот выходы, либо вот так вот идти в лоб отсюда. Не-не-не, далеко ты ушел. Не хочу я тебя терять. Зайдем мы вот здесь. Сейчас мы привлечем внимание врага. А вот смотрите, стрелы уже пошли стрелять. Не-не-не, отходи-ка ты назад. И ты вот здесь встань. Мечники опять же здесь. Наш полководец в опасности, мой господин. Вы что стреляете по нашему генералу, что ли? Не надо по нему стрелять. Уйдешь ты чуть-чуть назад. Так, все, перестрелка началась, непонятная такая, но опять же условная. Вот что, вести затяжную войну стрелами или вот так вот сделать мув такой? Привет, друг. Ты как хочешь, но я у тебя сейчас стенсю захвачу, и ты проиграешь, если ты минуту не будешь двигаться. О, неужели ты решился на это? Сейчас мы отходим. И опять он не хочет, он отходит назад. Зачем-то. Так, ладно. Заходим здесь. Заходим здесь. Мечники сюда. Мечники сюда. Банзай. Стремительная атака. Банзай. 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 Генерал, дай-ка нам бафы. Стремительная атака. Генерал, 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 воодушеви нам армию. И захватываю вот этот замок. Через за минуту мы должны тут, ну, как-то сдерживать натиски врага. Пока наш генерал будет захватом заниматься. Пешие самураи занимаются другими делами. Ой-ой-ой-ой-ой. Нагината сейчас отъедут. Так, 38 секунд, это 40 секунд. Так, тут отлично. Продавили. Вы тут куда-то побежали, не по. А, ну все. Близок
Ёкарный бабай, я уж перепугался, что сейчас будет больно. Под бонзаем. Вспомогательные войска, даже численностью в 10 человек, могут обратить в панику отряд из ополчения. Занимаемый без боя, провинция находится под влиянием Фудзивара клана. Но Минамото быстренько сейчас будут его повышать аж по 7,5%. Это 31 со следующего. Ну, где-то хода через 4-5 она уже полностью будет под нашим контролем. Так, Серабёси, отвлеки ты внимание вот этого друга. Я не хочу, чтобы он нападал. Все, постой там, отдохни. Здесь у нас городская стража прокачана в плане городской стражи, а не пополнения войска, да. И у нас есть еще Дзинсацуси. Рынок, торговая биржа, гильдия торговцев. Так, почтовый тракт имеется. Это хорошо. Это очень хорошо. Но имперская дорога, кстати, имперскую дорогу можно строить без каких-либо изучений. Так, тогда получается армия наша повышается с восстановления 5 ходов, восстановление 9 ходов, 8 ходов, 7 ходов. Ладно, ждем здесь, наверное, ходов 5. Значит, монах. Не знаю, для чего ты нужен мне тут. Ты, наверное, должен обратить в панику. За 2000, блин, а что, на халяву нельзя это сделать? Давай тогда старость и поселение будешь здесь. Наш Минамото Нориёри. Нориёри. Управление домом я хочу посмотреть. У нас есть два брата. Да, два брата, которые один на финансы, второй на развитие. И муж сын растет, да, имя. Уже будет наследником. Так, и тут, кстати, это финансист наш, да? Финансист, а ты у нас в развитии, да? Так, финансист 200, вон 2000, 2000 прироста за денег и заход. Тут ополчение, здесь ополчение, кстати, здесь порядок 3. Мне сказали, всему с аналогом меня облагается провинция. Да, совершенно верно, надо это убирать. Ну, я это делал, потому что вот оно, влияние противника было, Фудзивары. Ну, сейчас Минамото будет расти. Тем самым мы будем захватывать. Так, ну, тут поселение под нашим контролем. А тут у нас где-то наш Дзинсацуси ходит, пытается захватить эти провинции за деньги. Ну, а вот этот друг их тупо забирает. Киса Минамото в состоянии войны и не хочет с нами дружить. Ну почему ты с нами не хочешь дружить? Давай мы предложим тебе мир. Почему вас, это неприемлемо? Допустим, еще торговлю. Там, не знаю, там право прохода армии сделаем тебе там неограниченное. Ну как и нам, допустим. Мы сделаем, допустим, обменяться заложниками. О, это я могу сына отдать, да? Ну хорошо, мы тебе дадим. И все равно неприемлемо. Пошел ты именно туда, киса. Амбициозный, ненадежный. 6 провинций имеет. Мы же имеем 8 провинций. Это одну провинцию, одну провинцию, одну провинцию. Мне нужен, интересно, вот Фудзивара 3 провинции имеет. А клан Тайра имеет 11 провинций аж, а Ясима Тайра 8. Блин, конечно, серьезные противники. Это наши враги. Ладно, хорошо. Будем мы отбирать провинцию у нашего брата. Ну, брата по крови там, по союзу. Ага, здесь у нас домик в деревне поломали. Ремонтировать 35 монеточек. Да. Завершаем наш ход. Избавляться от этих
агентов. И Выльзу надо, наверное, как-то еще проапгрейдить золотой приск. Вот, кстати, Татоми бы захватить. Так, порт заблокирован, обнаружен Маноми врага. Да, он обнаружен, это Харатёу. Так, а эта провинция, она... Мы с ней торгуем, а он под влиянием Тайры. Ходить не получится. Хорошо, тогда мы захватываем спокойненько вот эту провинцию. Повышение уровня Дзинса Цуси. Кстати, блин, масочку какую-то одел. Шапочку, какую-нибудь хитрость при переманивании. Перемещение стратегической одежды. Вот это нам надо взять. Здесь у нас что? Здесь у нас что? Хитрость при подкупе. Вероятность обнаружения Маноми. Ага, Маноми искать. Хитрость при подкупе. Подкупе, да. А здесь что? Стоимость действия агента или же хитрость поведения контрразведки. Блин, Маноми вражеский искать не хочу. Давайте хитрость при подкупе возьмем на двоечку. Переманывает, наблюдает за последним. Подкуп занимается подкупом. Обращение. Хорошо. Нам бы еще обращение бы дать побольше. Так, а почему армия не перешла под наш контроль? А ее там потому что не было. Так, здесь у нас есть еще Серабеси. И опять же ненужные постройки. Так, вот тут, да, мы, по-моему, строили. Так, это храм. Храм. Опыт всех Захеев. Место сбора. Скорость, да, вот эти вещи. Почтовый тракт нам тут нужен был бы. Ну да ладно. Так, ты еще разочек его останови. Не хочу, чтобы он передвигался вообще к нам, к нашим провинциям. У нас еще 1500 есть. Полностью влияние Минамото имеет. Ты отходил и идешь захватывать Кай. Ну ладно, это будет со следующего хода. У нас 1500. Так. Провинция Идзу. Угу. 4900 надо, да? 1875 вход даст нам за это. Пока 1250. На 500 монет больше. Надо бы уже, наверное, так, это у нас что? Школа Кёру, да? Сахэ слухами, вспомогательные войска. А здесь 336. И нам, наконец-таки, доступны будут конные самураи. Обучение лошадей. Ладно, нужно очень много денег, которые взять негде. 1500. Сколько надо монаху? 2200 здесь. 2200 здесь. 25%. 47%. Вообще ужас. Ужасть. Просто ужасть. Так. 38 следующего хода. И мы пропускаем ход. Нужно нанимать Дзинса Цуси как можно больше. Потому что, допустим, Мусами потихонечку будет сейчас идти под влияние Фудзивары. Там Дзинса Цуси находится рядышком. Мне это никак не на руку. Диверсия в армии. Ну и хрен с тобой. Обнаружен Маноми. Хорошо. Так, ты здесь все нормально, монах. А нет, все хорошо, в принципе, Дзинса Цуси ни капельки нам здесь ничего не делает. Наймбойс. Так, 4000 у нас строительство. Давайте Дадзё Буси построим. У нас 900 монет еще есть, у нас есть шанс переманить. Да, вот это поселение. Кай захватим еще. Кай захвачен. Так, здесь таки Тадакору. Тадакору это понятно. И нам надо бы построить здесь типа что-то. Ладно, школу, наверное. Да, школу я типа там построю. Но это вряд ли я его построю, потому что он опять сейчас захватит. Пешие самураи и вспомогательные войска с мечами, да, и все, и больше нам никто не нужен. Ну, в принципе, наверное, вспомогательные войска с нагинатами еще бы можно было взять. 40, 32, 40,
Тут очень мало их, по 30 человек. Ладно, хрен с ним. С этим другом. Репрессии 13, гарнизон 14, армия ни хрена не восстановилась. Еще надо, наверное, хода 2-3, чтобы пойти с вялой в атаку. А я забыл, по-моему, да, смотрите, что он пытается сделать что-то там. Фудзивара пытается напасть, воссоединился он с армией. Здесь Динсацуси гуляют свободно, пытаются что-то сделать. Не знаю, что. Тайра тут катается. А, не стал он, смотрите, идти на захват. Вот интересно, могу я вообще купить этого военачальника? Если там даймё, то, конечно же, купить не могу. Так, внимание, армия отвлечена врагом. Аж два раза. Диверсия в армии. Повышение уровня Дзинсацуси, повышение уровня Сохо. Мы можем нанять, да, принять генерала, 1000 монет. Да, я хочу генерал. Контрразведка не нужна. Подкуп. Переманивание. Здесь стань жертвой, хитрость принадлений за армией. Да, еще вот так вот делаем. За армией пусть наблюдает. Армия. Дойти не сможет, поэтому нам нужно ее остановить. Отвлечь внимание, 600 монет. Ух ты, да. О, отлично, он чуть-чуть потеряет. Здесь немножко армии за счет того, что... Зима, Серобёси получает уровень. Стоимость действия Йената 15%. При обольщении мужей. Да, нам надо вот это вот покачнуть. Очень дорогие они, эти, как их, агенты. Вероятность успеха агента. Вероятность избежать провала. Обаяние при развлечении высокородных мужей. При обольщении. Да, пусть обольщается. Ты же крутая, Серобёсь. Ты же всем нравишься. У тебя морда в муке. А сама ты выглядишь как пельмешек. Так, могу еще одного Динсацуси нанять. Динсацуси. Вот это вот я хотел попытаться купить. Денег у нас не хватает на это. Поэтому мы идем и провинцию эту сейчас заберем, блин, у него. У этого парня. Постараемся, по крайней мере, это сделать. Так, 4 хода. И давайте мы наймем отряд пеших самураев, отряд вспомогательных войск. С мечами. Вообще постройки не делаю, это ужасно, наверное, вообще, я думаю, для нас. Просто тупо мы ничем не занимаемся. Сейчас идет такое стояние на месте. Сколько у тебя так, значит, 14, можем смело сейчас уйти. Ага, но со следующего хода влияние упадет. 8,5, кстати, стало. Присутствует рьяный военачальник. Один дает. Не, посиди-ка ты еще здесь. Один ход. А потом пойдем. За счет того, что ничего не происходит, мы теряем время. Мы теряем время, мы не продвигаемся по сюжетной линии. Ну как по сюжетной? Ну как по победе не продвигаемся никак. Хочу, чтобы в город ты не зашел, чтобы тебя переманил. Наверное, не смог. Ну, я бы, наверное, и не смог бы переманить поселение, если бы там мой начальник сидел. Опять диверсия. Обнаружен Маноми. И наконец-таки звание освоено какое-то. Конный герой. Легендарная школа Буси. Дополнительный урон при натиске. Меткость всех лучников десятка.
боеприпасы и огненные стрелы доступны будут. Здесь лагерь делается. Академия. Вероятность успеха Серабесе. Преданность всех военачальников. Плюс один. Великолепно. А это дает честь даймё еще. Давайте, наверное, на эту ветку и пойдем. Я думаю, еще два отряда вспомогательных войск с мечами. Два отряда вспомогательных войск с Нагината. И уже можно идти будет с этой армией на захват провинций Запада. В свою очередь тут. Тут 14, у нас минус 4, сейчас минус 5 будет. Ну да, предположение минус 5. Сейчас минус 4. Распределение захватчиков, налоги, бла-бла-бла. Фудзивара уже ушел на второй план. Мы потихонечку увеличиваем влияние Минамото в этой провинции. Армия восстановилась практически полностью. Там где-то 5 ходов. Ну, по одному, по 4 человека добавляет нам. Ладно, не будем ждать. Надо идти убивать. Убивать Фудзивару. Фудзивару надо уничтожать, я бы сказал даже. Уничтожать ее надо. Эту Фудзивару-то гребаную. Ну а Серабесе сейчас отвлечет внимание. Ай, не удалось отвлечь внимание. Он, наверное, сейчас провинцию захватит. Ладно, может и не захватит. Так. Тут у нас 400 монет, мы можем еще стоимость ремонта сделать. Диверсию. То, что нам сделали здесь. Ага, возможность агента. Нам не хватает денег на возможность агента, поэтому мы стоим и ждем. Не дошел. Ну, извини, друг. Получишь ты люлей сейчас. Раз ты не дошел. Метатели Хоруку там у него есть. Я видел как-то раз. Не хочет он заходить в провинцию. Не знаю, с чем это связано. Покушение. Ничего себе. Надо бы убить его, наверное, надо бы как-то. Во-во-во-во-во. Монах. Монаху дали какое-то так. Воодушевление армии. Перемещение стратегической карты, вероятность ухода от вражеского агента, вероятность избежать провала, ускорение освоения буки. А где усердие при обращении в свою веру, при подстрекательстве? Ладно, удушевление армии, хорошо, и здесь хорошо. Можешь ты теперь его, допустим, 32%, блин, столько бабла сейчас уйдет просто в никуда, и у нас ничего не получится. Переубеждаем его, агент обманут. Рада, ты крут монах. Ты прям Гэндальф. Ты убил Маноми вражеского. Так, найм пошел. Подожди, у нас что здесь? Военачальник откуда у нас появился? Мы его разве принимали на службу? Совета семья. Где наш брат? Который занимался финансами. О, этой самой. Не финансами. Так, покушение, подождите. Обнаружим нападение мужского агента. Банк, покушение. Объект, место, агент. Так, жизнь одного из наших подданных оборвалась при... Блин, он убил у нас одного друга. Это где? Это вот в этом. Вот в этой провинции. Да. Так, ладно, у нас есть еще один генерал. Мы его в семью брать не будем. Он военачальник. Мы просто дадим ему... Ну, скажем, снабжение. Ага. Так, снабжение, это дает скорость пополнения всех отрядов. А, перемещение отрядов этого командира увеличивает. Так, дать под зад или же принять в семью. Ну, в семью не хотелось бы принимать, потому что наши братья будут недовольны. У них, правда, и так отличная, отличная преданность, там 7, максимум 6. Честь даймё у нас великолепная. Он и так нам предан, значит, армия здесь через 4 хода только целиком будет. А через 2 хода у нас появятся новые юниты. Окей, военный порт или же
Гавань. Гавань нам дает доход. 250. Торговый путь. И вклад портов в экономику провинции. Увеличение экспорта. Угу. Гавань, конечно, хорошая вещь для экономики. Здесь гавани нет. Здесь у нас торговый порт. А, вот здесь зато уже есть гавань, нет торгового порта, и нужна древесина. Окей. Хорош заниматься этими делами. Я хочу убить кого-нибудь. Сохранимся мы здесь. Смотрите, какие войска у него. Вспомогательные войска с мечами. Один отряд. Очень много вспомогательных войск с луками. Ополчение с нагинатами. И еще метатели Хороку. Там по 10 человек в отряде. Ну, уже осталось там по 8, по 9. Мы же, соответственно, идем воевать. Так, погнали. Фудзивару Тадахиру будем сейчас наказывать. Если не ошибаюсь, это даймё из клана Фудзивар. Могу, конечно, ошибаться. Если даймё, то хорошо. Нет, значит, какой-то однозначно прислужник семьи, типа наследника, или сына, или брата. Так как, если бы это был просто военачальник, он бы не носил имя Фудзивара. Так как наш военачальник, допустим, которого мы приняли на службу, тоже не носит имя Минамото, а какой-то другой род. Ладно, или урод, ладно, неважно. Значит, пешие самураи, вспомогательные лучники, уй-уй-уй. Вот здесь нагинатчики. Таким вот образом на прикрытии. Генерал, ты хоть стрелок, но давай-ка ты попку стань. Ну и наши катанщики. Пойдем воевать, пойдем вот сюда. В чисто поле. Он тоже, смотрю, не любит стоять долго на одном месте. Вот эти три отряда наносят колоссальный урон, я думаю, своими гранатами по нашим отрядам, если мы в куче будем стоять. Так, ну мы бежим, а он идет. Мы займем сейчас точку быстрее. И потихонечку будем идти вперед. Продвигаемся вперед. Бегом, 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 бегом. Чуть-чуть и капельку. Все, я думаю, можно уже начинать стрельбу. Так, его лучники тоже пошли. Сейчас начнется затяжная стрельба. Так, дальность по 150. Это генерал только не достреливает. Ну да ладно, да, сейчас воодушим что-нибудь. Хорошо, бегут, бегут, окей. Окей, хорошо, бежите, молодцы. Пешки самураев, броня семерка. Они великолепно стоят. Тут ополчение уже сейчас развернется, убежит. Не дошло. Хорошо, следующие. Здесь вспомогательные войска с луками тоже сейчас получают люлей. Пока мы не изучили еще огненный стрел. О, есть свистящие стрелы. Вот тут, блин, не заметил я раньше этого. Так, просвистели друзей. Сейчас лучники свалят. Окей, теперь вспомогательные войска с мечами идут. Просвистим мы их. Следующий отъехал. Как-то не
доходят они, да? Ну, извиняйте, убежали и вы. И что, у тебя нету прикрытий? Так, ну стрел еще пока достаточно, хотя у пеших самураев они заканчиваются быстро. Боеприпас по 25, в отличие от вспомогательных войск, ну тоже 25, кстати. Так, тут ополчение с нагинатами люлей получает, он пошел в бой вспомогательными отрядами из луков. Где тоже сейчас отъезжает один отряд. Ну, так можно тут затяжные стрельбу так стоять и выиграть, потому что его ополчение стрелять не может, так как там меткость всего лишь десятка. Ну, так, 15, скажем. Ну, просто отстрел погибает. О, так, броня 4, ну, нормально. О, дойдут сейчас, смотрите. Не дойдут. Господин! Один из наших отрядов остался без боеприпасов. Ох, успели. Молодцы. Ну добейте-ка, кого-нибудь убейте. О! Оп. Так, назад. Ну и вот, припасы у нас закончились. Теперь можно и вперед идти. Ура! Эти самые ребята пошли, как их. Забыл, как зовут. Метатели Хорок сейчас будут кидать, смотрите, гранаты. Пошла одна своя. А ты, ё-моё, попал, гаденыш прям нас. Господин! Близок час вашей славной победы! Ну и всё. Паника. Клана Фудзивары. Мы сейчас продолжим. Я думаю, еще догоним. Все, расстреляли. Давай, 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 давай. Метатели Хорку хочу убить. Ой, сколько тут людей убежало. Очень много. Но мы хотя бы метатели Хороку должны убить полностью. Тут вспомогательные войска с луками сейчас отъедут. Ой, как он его убил. Опа, на тебе. Все. Вот этих ребят. Ну-ка, если нажать вот так вот. Ой-ой-ой. Чуть-чуть не просмотрел. Вот этот какой-то парень крутой. Ну, убить его. Вот так вот. Просто догонялки сыграли. Последний метатель Хоруку. Помогите, помогите. Нет, друг, тебе никто не поможет. Давайте, бегом.
Он босой, что ли? Да, действительно босой. Похож на волшебника. Твоя песенка спета, друг. Ну и все, можно теперь завершить сражение. Поиздевались и ладно. Да, действительно, пешие самураи расстреливают этих гребаных ополченцев просто в пух и прах. Да, Пинки? Да? Да. Мурлыкает. 160 человек я потерял. Плохо, 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 плохо. Добить. Не можем. Ну ладно. Отвлекаем внимание еще раз, чтобы он не ушел. Чтобы он никуда не ушел. Так, здесь минус один. Минус один. Но потом, да, с еще хода все нормально восстановится до нуля. А, тут, так, 1000 монет у меня есть. Ой-ой-ой, смотрите, кто такой. Подкуп. 1600. А, это... А здесь не могу, даймё. Что за даймё? Что за клан? Сугавара. Сугавара, да? Скоро. 1100 монет. Все, это будет наш следующий... наш следующий провинция для захвата. Будет хорошо, если он сейчас вернется в эту провинцию, и мы еще и с войском его заберем. Неплохо. Монах тут еще пришел. Так, внимание отвлечено. Нападение на морской торговый путь. Он всю армию нам отвлекает вниманием. Блин, и мы не, видимо, не понял, почему мы не можем строить. Чуть долго строится. Хотя, может быть, я поступлю. Так, еще одного Ой, Серобёси, нет, я не хотел Серобёси. Она не умеет врага убивать. Она может только военачальников переманивать. Так, у нас есть монах, который может это делать. 55%. Еще один агент обманут. И еще следующего мы сейчас захватим. От ниндзя мы, слава богу, избавились. Зачем нам еще одна Серобёси, я не знаю. У нее даже нет, наверное, никаких воодушевлений. Ну, если она в армии стоит. Развлекает при обольщении. Развлечение военачальник. Хотя нет, если она как бы заходит к нему в отряд. Развлекать военачальника. А что это дает? Перемещение, доп. Урон, увеличение радиуса, влияние провинции, преданность, защита, боевой дух, стоимость действия агента, вероятность, обаяние при развлечении военачальника. Блин, что ж она делает, если вот она развлекает? Блин, хотелось бы узнать. Ну-ка. Энциклопедия, тотал. Спутники, дома, навыки, информация персонажа, навыки, религиозные агенты. Нет, назад. Агенты. Гейша, Маноми, Серобёси. Вот, Серобёси. Подкуп, влияние, преданность. Так, танцевать для них прямо. Наполеон, тем самым повышая их преданность и одобрение про знаку подкупа и борясь с влиянием бросать. А, ну то есть его не смогут купить, а преданность увеличивается, Рабиус. В общем, понятно, в общем, вообще не нужны, опять же, таки. Агент. Зря его только второй нанял. Добить эту армию. Хорош тебе уже убегать. Прими смерть, как настоящий самурай. Хотя какой ты нахер самурай? Ой-ой-ой, подвисла игра. Нет, 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 нет. Да. Не, фу. Опять подвисла. Да что такое?
Ну-ка. Ну-ну-ну, я не хочу. Все, хорошо. Отлагало. Фу, прям легче стало аж. Ладно. На этом серию мы закончим. В принципе, как бы довольно-таки неплохо мы тут повоевали. Мы захватили Хатати, захватили еще две провинции с помощью подкупа. И здесь, кстати, провинцию можем подкупить, переманить. 1000 монет это стоит. Блин, делать это сейчас или потом? Подождать сами. Нет, давайте мы переманим эту провинцию. А, не-не-не-не. Война, да? Война это у нас Сагувара. Я могу торговать с ними. Давайте мы лучше торговлю с ними заключим. Предложи торговать. Говорите. О, да, детка. И у них союзники, кстати, Акура. Я дам вам шанс и выслушаю. Но война вроде как... Не-не-не, Акура. Это у нас Фудзивара имеет. Сагувара у нас тоже, кстати... под влиянием Фудзивары почему-то находится противник у него. Тот же самый Фудзивара. А нет, пардон, Киса Минамото. Кстати, он не воюет. И, о да, он захватил эту провинцию. И, по-моему, возможность агента переманила стоимость 0. Я не могу, потому что там Даймио находится, да? А этот могу. Но будет война. Ладно, мы тогда... Кстати, здесь он, кстати, под влиянием Фудзивары находится. Это не очень хорошо. Кстати, вот третья провинция их, которая тоже, наверное, да, под влиянием Фудзивары находится. Но это под Минамото, и мы не будем давать. Здесь будет стоять Динсацуси, а не давать. И мы потом переманим ее. Хотя с ними торговля, они нам блокируют атаку севера. Кстати, Киса Минамото... И осталось у него только Южный Синана под контролем и Микава. Да, и Микава. Надо бы разобраться с нашим бывшим союзником до конца. И останется только один Минамото, как и должно было быть. На этом я с вами попрощаюсь. Оставляем свои комментарии. Следующая серия выйдет, наверное, уже... А может и скоро, не знаю точно. Как Рим 2 пойдет, так и узнаем. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.